Дело в том, что в детском кино запрещена в середине фильма реклама, можно только в начале и в конце. Это невыгодно телевизионным каналам, соответственно, телевизионные каналы на полный метр тоже денег не дают. То есть все упирается вот именно в прокатность, я так думаю, на телевидении. И, в общем-то, конечно же, это тоже невыгодно. Полный метр в кинотеатры. Вот. Я так думаю, что если детское кино уйдет на государственное обеспечение, то, в общем-то, эта проблема сама собой решится.